Здравствуйте, милые девушки. Это видео будет о пуховиках, которые будут актуальны еще не один сезон. Я знаю, что многие девушки предпочитают пальто, дубленки, либо шубы, но все же пуховики являются наиболее распространенной верхней одеждой в наших погодных условиях. Если вы хотите выбрать пуховик, который вам будет служить не один сезон, прежде чем переходить к трендам, я вам рекомендую определиться с цветом. Я всегда настаиваю на том, что стоит выбирать базовые нейтральные оттенки, тогда вещь вам прослужит не один сезон и будет сочетаться с вашей одеждой, обувью и аксессуарами. Следующий нюанс, на который необходимо обратить внимание при выборе пуховика, это оверсайз. В моде утрированный оверсайз, но я рекомендую выбирать все-таки такую золотую середину. И третий момент – это минимум деталей, тогда вещь будет смотреться вне времени и актуальной очень долго. И первый тренд – это пуховое пальто. Оно остается по-прежнему актуальным и будет актуально еще не один сезон. В моде такие пуховики, в которые можно завернуться как в одеяло. Эти модели можно выбрать с утеплителем пух-перо, соотношение 80 на 20, либо 90 на 10. Это максимально теплые утеплители, которые существуют из натуральных. Также эти модели можно выбрать с мембранами, которые защищают от ветра, мокрого снега, дождя, что сделает куртку практически непродуваемой и непромокаемой. Также рекомендую обратить внимание на такие удлиненные модели именно с капюшоном, чтобы защита была полноценной, так сказать, с головы до пят. Следующий тренд – это стеганые куртки, по-прежнему актуальны, остаются с нами надолго, не один сезон. И я рекомендую вам выбирать более базовые, спокойные вещи, например, как на слайде слева, такая вещь прослужит вам долго. Делать акцент не на яркой верхней одежде, а на более базовых оттенках, как справа. Если же вы хотите более интересный стежок, то тогда делайте акцент на стежках, а цвет верхней одежды выбирайте более спокойный, чтобы вещь не смотрелась слишком броской и неуместной. Далее будут слайды с более такими базовыми подборками, и вы можете сравнить яркую одежду и одежду в более таких спокойных оттенках. Следующий тренд, который остается актуальным, это кожаный пуховик, либо это искусственный заменитель. На собственном примере, фото слева, могу сказать, что это прекрасная верхняя одежда на холодное время года. Она непромокаемая, непродуваемая, защищает любую непогоду, выдерживает любой мороз. Единственный минус такой верхней одежды – это нагрузка на спину. То есть эти модели идут более увесистые, более тяжелые, чем обычные тканевые пуховики. И следующий тренд – это укороченный пуховик. Он обязательно должен быть оверсайз, либо гипер-оверсайз. Я думаю, что такая модель подойдет для девушек, которые передвигаются на машине, потому что это не слишком практично, не слишком тепло, это больше с такой эстетической точки зрения. И классные модели у North Face, либо я видела еще в Tommy Hilfiger. Это вот актуальные модели, которые есть на сейчас, в этом сезоне, зима 2022. Так как укороченная модель
пуховика объективно это не самая теплая верхняя одежда на зиму, я бы вам рекомендовала выбирать модели средней длины, силуэт оверсайз, они по-прежнему остаются актуальными. С таким пуховиком вы сможете сочетать прекрасно весь ваш гардероб, поддевать объемные свитера, и плюс в том, что такие модели пуховиков прекрасно смотрятся с различной обувью, грубыми сапогами, и также вы можете сочетать этот пуховик с высокими сапогами, что смотрится очень женственно и красиво. Конечно же, выбор длины пуховика – это дело каждого. Я здесь предоставила картинки, вы можете посмотреть в общем и целом, как смотрятся образы. Я надеюсь, вы видео досмотрели до конца, оно вам понравилось. Спасибо за лайки и за комментарии. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!